Поехали. Привет, слава богу. Гони Нину, как я тебя учил. Давай, вперед. Саша. Давай побыстрее. И у светофора резко налево. Что-нибудь случилось? У тебя все нормально? Да нет, ничего не случилось. Просто это были не шведы, а настоящая подстава. Конкуренты нам подставили бандитов, еле ноги унес. Ничего. Сегодня вечером мы улетаем в Грецию. Как? Все, Нинуль. Решение принято. Я ушел из этого дела. Господи, слава богу. Ты уехала, а там депутата убили. Я тебе звонила, а у тебя телефон был отключен. А я тебе подарок купил. В Питере на вокзале. На, твои любимые романсы. Спасибо. А мы не поцеловались. Слушай, а где Васька? Васька? Васька в лицее. Час назад его нужно было уже забрать. Так давай быстрее. Светофор. А всех денег, Нинуль, не заработаешь. Нам с тобой и с Васькой хватит. Да, вовремя я уложила вещи. Ты вещи уложила? Зачем? Как зачем? Я же сняла этот дом, помнишь, мы хотели? Перевезла туда вещи. Даже не успела распаковать. Слушай, это гениально. А про это кто-нибудь знает? Ну, мальчик, наверное, из агентства. И хозяева, конечно. А из наших? Из наших? Из наших Иван. Он мне помог перевезти. Ну, ладно, хрен с ним. А как ты думаешь, Васька обрадуется поездке? Еще бы. Ты что, он так по тебе скучает. Уезжаем. Да. Только для этого сначала надо выспаться и отдохнуть. Понял? Понял. Я тоже люблю. Нет, я. Я. Что? Я. Что? Чего я больше? Я тебя больше. Нет, я. Я тебя никогда не оставлю. Ну, когда? Конечно. Все, давай, крошка, спать. Спокойной ночи. Если бы не папа, то он никогда Грецию не увидел. Понял? Открывай. Жаль, что наш первый вечер здесь станет нашим последним вечером. Ну что, выпьем за наш отъезд? За новую жизнь, которая начнется через несколько часов. Мой мобильный. Я только для Егора. Да? Ты нашла его?
Привет, Егор, сейчас позову. Под каким предлогом ты его привезла? Обычная процедура, но он сопротивлялся и немного напуган. Хорошо. Это тебя, Егор. Алло, да. Ну что, проехал мост? Через 3 километра поворот направо. До упора. Первый коттедж, да. Свет на первом этаже, да. Собак нет. Все, жду. Убийство депутата было совершено рядом с его домом в 8:30 утра, когда депутат садился в ожидавшую его служебную машину. Мотивом к убийству... Не ну. Ну что, он едет. Билеты и паспорта на руках. Нет, я все-таки не понимаю. Ну почему такая внезапность? Что ты не понимаешь? Что мы должны уехать отсюда как можно скорее? Это я не понимаю. Почему ты не хочешь в нормальную страну, с нормальным климатом, к нормальным людям? Нинуль, я обещаю тебе, как приедем, сразу куплю дом. У нас будет свой сад с оливками, пальмами, а? Нинуль, ну а чего? Ты будешь моделью. А если хочешь, откроешь свою школу. А может, еще ребеночка родим, а? А я куплю катер. Буду возить туристов на морские прогулки. Все будет хорошо, Нинуль. Послушай, мы с тобой вместе почти уже 9 лет. Я ведь никогда не лезла в твои дела. Я никогда не спрашивала, чем ты занимаешься, откуда у тебя такие огромные деньги. Но через 5 часов у нас самолет. Мне это важно, пойми. Я хочу знать, мы улетаем. Из-за него? Да ну нет, ну конечно нет. А мне кажется, что это похоже на бегство. Я оставил этот бизнес. Я не хочу быть на месте этого депутата. Ты поняла? Поняла. Мне Иван говорил, что так просто ты со своим бизнесом не развяжешься. Да что он говорил? Трипло и карьерист. Меня ни для кого нет. Да? А его нету. А кто спрашивает? Положили трубку. Положили трубку. Ты собрала чемодан? Да. Да, я сделаю один звонок. Алло, это Саша Ветер. Кто за нами приедет? Ну, выезжайте сразу. Да нет, просто хочу пораньше. Дом на Алтуфьевке. Будете подъезжать, позвоните Нине на мобильный, она объяснит, как доехать. Это Егор. Проходи. Здорово, Нинуль! Привет, Егор. Чего ж ты не позвонил, как обещал? Так нет, садись. Падлой буду, я не забыл. Я просто не успел. Ну, сама прикинь, я же целый день вертелся с вашими билетами, паспортами, как белка, вон, еле успел. Держи, Ветер. Я вижу, классно устроились. Жаль, не поживете. Шампанское налить? Давай. Сейчас бокал принесу. Слушай, мне его будет не хватать. Ты сама прикинь, он же мой самый крутой друг и учитель. Он же меня стрелять научил, на лошади научил, машину как следует научил водить. Ну и там многое. Хватит базарить. Угу. В аэропорт отвезешь? Сейчас. Так это... Рано еще, Витя.
Тем более у вас самолет-то через 5 часов. Там подождем. Ну, не впадло, ветер. Меня баба ждет. Ну, в натуре, я же не знал, что у вас так получится. Я с бабой договорился, а у меня с ней очень все серьезно. А за вами этот Шепель джип высылает. Мы же вроде так договаривались. Да? Ну, серьезная баба. Она тоже модель, он как Нина. Я ее 3 недели клеил, чтобы она со мной в ресторан сходила. Только сегодня дала согласие. Вероника Ефимова. Нинуль, ты, наверное, знаешь. Да, знаю, хороший день. Ну. Ладно, вали. Ну, ладно. Давайте выпьем за ваш счастливый отъезд. И чтоб все там у вас хорошо было. Все обошлось. А я попозже к вам покупаться заеду. Ну? Подожди. У тебя ствол с собой есть? Ну да. В машине. Дай мне его. Пойдем? А ты что? Воевать с кем задумал, что ли? Ты последние новости из Питера видел? Да какой? Я вон весь день за рулем. Приедешь, посмотришь. Сейчас. Да. А, Ванька, привет. Да, Саша приехал. Вань, ты знаешь, мы улетаем. Это Ванька. Да, где-то через час. Нет, никуда выходить не будем. Ну, вдвоем, конечно, а с кем нам еще быть? Васька спит. А ты что спрашиваешь, хотел приехать? Алло? Преступник работал один, без прикрытия. Случай достаточно редкий. Это можно объяснить тем, что он профессионал, и профессионал очень высокого класса. Ну и на старушку бывает прорушка, как говорится. Мы тоже недаром свой хлеб едим. Но в интересах следствия я не могу вам сказать всего, могу добавить только одно. Я не хочу больше. Нас это больше не касается. У тебя в России больше дел нет. Считай, что мы уже там. Нет, до взлета еще 5 часов. Мне и пока мы еще снилась здесь. Осень, в полусвете стекол, друзья и ты. В их шутовской гурьбе и как с небес добывший крови сокол спускалась. Все чисто, пошли, пошел. И старость, и глохла. Вперед, я на прикрытие. Снимай его. Запнулась. Крупней. Время романса закончился. Сома, как
кот звук колок. Задержание преступника стало возможным благодаря вовремя полученной оперативной информации. Саша Ветер укрывался на даче, которую специально для этого сняла его любовница, известная модель Нина Силакова. Покажи ей. Отбой. Не снимай. Работаем дальше. При задержании киллер пытался оказать вооруженное сопротивление, поэтому был убит на месте. Так закончилась жизнь и карьера бывшего офицера-разведчика и самого жестокого убийцы в новейшей истории нашей страны. Покажи его. Все, стоп, машина. Врешь. Ты ведь все врешь. Он не убийца. Что? Ты врешь, я не любовница, я жена. Подожди меня на улице. Какая теперь разница? Какая тебе теперь разница? Послушай, ты должна мне дать интервью. Эксклюзивно, нет, только мне. Мы с тобой друзья. И ты там все расскажешь. Все, что считаешь нужным. Нин. Алло. Нина. Нин. Так, давайте-ка заканчивайте ваше интервью. Секунду. Оклемаешься, перезвони мне. Так, давайте. Все, ухожу. Это мой новый телефон. Позвони мне обязательно. Все, ушел. До свидания. До свидания. Так, я старший следователь Роб Сергеев. Веду уголовное дело. В отношении вашего мужа хочу задать вам несколько вопросов. Вы меня слышите? Здравствуйте. Ну, где наш трубчик? В коридоре. А это вдова? Да. Вы как жена имеете право не давать показаний. Но предупреждаю, что ваше поведение в момент задержания может быть расценено как соучастие в преступлении. Так что я вам советую давать показания. Зачем вы сняли этот дом? Силакова, вы меня слышите? Чтобы жить. Что? Говорите, прошу вас громче. Зачем? Чтобы жить. Сереж, положу линейку рядом. Хорош. Ну, что скажешь, доктор? Когда наш клиент Богу душу отдал? Не больше часа назад. Трупных изменений пока нет. Да, не часто в нашей практике такое встречается. Че? Зрачки ребер. Не понял. Жив. Чего? Больницу надо. Больницу повезешь? Повезу в больницу. Привезу все равно в морг. Оба ранены практически смертельно. Ну, значит, в морге и опишем. Судя по паспортам, вы давно готовились к этой поездке. И куда же мы собрались лететь? А, понятно. Так, ладно. Давайте так. Вы сейчас отдыхаете, приходите в себя, а я вызову вас повесткой дня через 3. Договорились? Идите отдыхайте.
А может, не стоит? Нечего ей здесь делать. Пусть забирает свои вещички и катится отсюда. Бандитская подстилка. Да, ключики от машины. Заберите у нее. А то она в таком состоянии. Выедет куда-нибудь. Ладно, ладно. Разберемся. Так и знал, что мы проспим. Мам, а почему мы на своей машине не поехали? Сейчас бы уже дома были бы, спали. Доброе утро, тетя Оля. У вас наши ключи? Чего? Ключи. А, Вась, не сейчас. Ой. Вот. Слушай, Нинуль, девушка оставила такая... Грустная она была. Я даже думала, у нее что-то случилось. А ты, Нин, ты чего? Чего ты грустная такая? Слушай, может, у тебя что с зубами? У меня врач есть. Мам. Мама, у тебя голова болит. Голова болит. Агентство. Контракт с вами расторгнут. И в агентстве просим больше не появляться. Это коллективное решение всех девушек и приказ Натальи Шотовны. Ниночка, доченька, родная моя, я сама не видела, мне рассказали. Вот по телевизору вас показывают, я им не верю. Они всегда врут по телевизору и про Сашу врут. Саша не такой. Слышишь,
Я вас всех очень люблю. Доченька, держись. Вы приезжайте ко мне. Я звоню от тети Нюры. Она передает привет. У нас все тебя тут любят, и все передают привет. Мама. Мам, уже вечер. Съешь, пожалуйста, бутерброд. А конфет я не нашел. Хочешь, анекдот расскажу? Ехал крокодил Ген на велосипеде, а Чебурашку на руль посадил. Идет милиционер и говорит: а вот этого с руля надо снять. В общем, а Гена ему и говорит: ты что, это не с руль, это Чебурашка. Смешно, мам? Бабушка звонила. А у бабушки сейчас хорошо. Слякоть. Все в резиновых сапогах ходят. Ноги не промокают. Где хочешь, можно ходить. Мы бы с бабушкой сейчас пошли бы кляксу доить. Потом бы я попросил ее. Мы бы с сепаратором сливки сделали. Потом пришла тетя Нюра. Лёшке бы принесла. Они бы смотрели свой сериал, а мы бы с Ванькой во враге костер разожгли. В него палку ткнешь, и искры до самого неба ветер раздут. Тепло будет от костра. Мам, я есть хочу.
Саша, ты мой хороший. Тихо. Все хорошо. Спокойно, малыш. Тихо. Не плачь. Мам, что с тобой? Мам, мам. У меня все прошло, мама. В задачи журналиста не входит осуждение. В мои задачи входит только подача информации. А судить уже будете вы. Кто он, этот человек? Бывший офицер-разведчик, прошедший все тяготы афганской войны. И отец, которому верили... И видишь, дядя Иван показывает. А он предал эту веру и выбрал профессию убивать. И кто же те, кто наделил его этим правом? Йогурт не купила? Нет, сынок. Я тебе молочка купила, булочку и немного сыра. Кончились деньги, а в банк я не пошла. Может, завтра? Ну ладно. Я молоко тоже люблю. С сахаром. Боюсь, что сахар у нас тоже кончился. Тогда сделай мне молочко с булочкой. Хорошо, сынок. У меня там мультики скоро начнутся, я побежал. Сейчас принесу. Вы видите фотографии семьи в альбоме. Мам, смотри, папа! Таким он был раньше. Честным и веселым Мам, парнем. Видишь, папу показывают. Жена любила его, сын обожал. Почему он предал их? Их любовь. Ведь то, чем занимался киллер Саша Ветер, прямо противоположной любви. А в итоге его карьера закончилась вот так, бесславно и позорно. У кого осталась о нем добрая память? У его сослуживцев? Офицеров-разведчиков? Или, может быть, у семьи, жены и ребенка, которые ничего не знали о том, чем занимался их отец? А может быть, у семей взорванных и расстрелянных ими людей? Нет. Те, о ком помнят, те, кого любили, не кончают свою жизнь таким образом. Ну что ж, судить вам. Мам, а почему ты переключила? Мам, я что-то не все понял. Я думаю, он все врет про папу. Потому что завидует. Мама, а папа скоро приедет. Нет, сынок. Он уехал от нас навсегда. Так говорят, когда человек умирает. Что ты видала при дворе? Видала мышку на ковре. Мышку на ковре. Thank you.
Хоть ты и пошел в гору, Ванюха, но тебе, в принципе, еще многому надо будет учиться. Я способный и легко обучаемый. Давай остановимся на таком варианте. Ты начинаешь вести главную аналитическую программу канала. И через месяц становлюсь твоим заместителем. Наглец. Тебя надо было пристрелить маленьким. В случае успешной работы, я имею в виду. А в случае неуспешной? А, прошу прощения, Иван, тебя срочно к телефону. Неуспешный? Слушай, Бобровский. Нам надо поговорить. Объясни мне, пожалуйста, каким образом получилось так, что... Ты кто оказался это? Вместе с ОМОНом. А, это ты? Мне сейчас некогда. Перезвони через неделю. Иван, нам надо поговорить. А это исключается. Ну-ну. Собирайся, сегодня вечером едешь к бабушке. Ура, 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 ура! Пожалуйста. Здравствуйте. Одну секундочку. Да? Я хотела бы снять все деньги со своего счета. Вы хотите закрыть счет? Нет, в этом месяце должно быть еще серьезное поступление. Очень хорошо, тогда мы оставим необходимый минимум. Прошу вас заполнить. Надумали, да? Да что ли, мама? Я Васеньку погасить принесла. Ой, Ниночка, где же? Здравствуйте. Где Васенька? Ой, господи, как же он без отца-то будет? А про Сашу я им не верю. И никогда не поверю. Ну что ты? Он был разведчик, работал. Это кому-то выгодно было его убить. Ой, это все политика. Не говори, мам, не надо. Вот Васькины вещи. А вот деньги. А, да ты что, зачем же нам столько? Ну, я хочу, чтобы вам хватило. Я уезжаю и хочу, чтобы Васька у тебя пожил. Ну ты что, это же не Москва, у нас же все свое. Зачем нам столько? Что ты? Мамочка, я, наверное, надолго уезжаю. Как надолго? Да ты что, Ниночка, детка моя? На несколько лет, наверное. Да ты что, Нина, не уезжай, не надо.
Их Бог накажет. Но ты посмотри, оставайся здесь. Смотри, как тебя все здесь любят. Как добрым словом тебя поминают. Оставайся. Не могу. Я должна. Я Саша должна, понимаешь? Ниночка, у тебя же сын. А если со мной что случится, а? Ну что с тобой может случиться? Да все, может у меня мать. Ты что ты? Мама, ты не верь, что скажут про меня, ладно? Я вас очень люблю. Не уезжай. Куда ж ты в ночь останься? Нина, привет. Заходи. Садись, я сейчас закончу. Ну что, Нин, опять ключ сломался или кодовый замок? Не угадал. Тем более приятно, что просто так зашло. Мне пистолет нужен. Нин, так пистолеты продаются в отделе игрушек в детском мире. Меня интересуют игры взрослого мира. Что, так серьезно? Да. Деньги при себе? Да. Пошли. Слышь ты, только без фокусов. Я жена Саши Ветра. Да мне хоть ветра, хоть сквозняка. Мы не фокусники, мы здесь честно торгуем. Подожди. Эй, ты где? Тебе какой пистолет? Чтоб выстрелил. Иди сюда. Ну, смотри. Это Вальтер, а это итальянский. Какой? Выбирай. Какой надежнее? Фашистски надежнее. Ну, по целости даже получше. Но он дорогой. Итальянский дешевше. Но фашистский не подведет. Сколько? Ну, а патрон-то надо? Да, одну обойму. Только заряди сразу.
такси общественных программ. Это Нина Солокова, модель. Я хочу дать вам интервью о контактах девушек нашего агентства с высшими лицами государства. Да, у меня есть видео. Нет, я могу только сегодня. Я еду. Выходите, святой отец, вам здесь не место, здесь телевидение. Пожертвуйте на котором пристарали. Пожертвуй, сестра, на храм при Тараде. Благословите, Господь. А за кого молиться-то? Проходите. Здрасте. На каком этаже сидит Бобровский? Теперь на 10-м. Пошел в гору после своих убийственных репортажей. Между прочим, первый заместитель теперь. 6-й наш. Прошу за мной. Это я. Я занят, у меня съемка. Здравствуйте. Здравствуйте. А у Бобровского где съемка? Пойдете по коридору направо, второй павильон. Спасибо. Пожалуйста.